Наконец-то я добралась до соленых помидор. Вообще, 1000 лет их не ела. Ну, они, конечно, так себе магазинная фигня. Где-нибудь бы домашних бы взять, вообще был бы кайф. Пожарила я несколько крыльев из этой кастрюли. Ничего, кстати, они такие мягенькие, но, правда, не досоленые чуть-чуть. Да, знаю. Ты мне, короче, завидуешь. То, что я ем крылья, соленые помидоры, пью пиво. А я тебе, короче, еще дополняю день сегодня довольно продуктивным. Но относительно, конечно, ну, по крайней мере, Сереге, программисту, я сегодня 2 отправила. Не из минусов. Так что хоть какая-то движуха есть. Но чем платить за квартиру, я пока еще до сих пор не знаю. Блин, я сегодня полы, короче, с утра мыла, вообще, наверное, 2 намывала. Пылесосила 20 минут. Везде пропылесосила. Кресло вот это убирала, вот эти стулья убирала. Все здесь мыла. Вот, думала, ты приедешь, такой, о, какие чистые полы, нифига себе. Вот, а ты, короче, не брехала, они к вечеру уже не такие чистые были, как утром. Вот такие вот дела. Ладно, что не буду долго тебя мучить. Расскажи там, что как, видосик какой-нибудь хотя бы пришли, что как у тебя там вообще. День прошел. Квартиру покажи, интересно посмотреть. Она тоже белая вся.